это надо отметить. Официант, 400 капель валерьянки и салат. Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афроманго Мукбанго. Очередной мукбанг. Чай с бергамотом. Гринфилд с сахарным песком. Сейчас я его положу. И с лимоном. И вот. Очередной шедевр. Пизанская башня из сыра. А наверху чего? А наверху карбонат. Чтобы повкуснее было. Да. Всем приятного аппетита и просмотра. Ну все. Пизанская башня из сыра. И карбоната. И карбоната, да. Макушка карбоната. Ты все сделаете. Манюшка. Ложка нагрелась. Да. Ложечка нагревается. Быстро. Очередной шедевр. Конечно, сырный фонтан. Не фонтан, да? Uh-uh. Не нравится? Невкусно. Пизанская башня. Колокольная башня. Часть ансамбля городского собора Санта Мария Асунта, Пизанский собор, в городе Пиза, получившая всемирную известность благодаря непреднамеренному наклону. Расположенная позади собора, она является третьей старейшей постройкой на площади чудес Пизы. После самого собора Бастистерия и Бастистерия. Так, наклон башни возник в ходе ее строительства. Длившегося несколько десятилетий и в последующее время медленно увеличивающийся, пока не был стабилизирован и частично скорректирован благодаря усилиям по укреплению в конце 20-го, начале 21-х столетий. Так. Интересно. Автор проекта – Бананна Пизано. Строительство башни велось в три этапа, начиная с 9 августа 1173 года. И с двумя длинными перерывами продолжалось почти 200 лет, до 1360 года. Башня построена из белого мрамора. Первый этаж – аркатура. Каждый из остальных этажей окружен галереей. Внешняя часть каждой галереи образована колоннами с классическими капителями, опиравшимися на закрытые арки. Да, да. Очень древние. Раньше считали, что наклон башни является частью проекта, но сейчас эта версия представляется маловероятной. Проект башни был ошибочен с самого начала. Сочетание маленького трехметрового фундамента и слабых грунтов. Основание привело к тому, что после строительство третьего этажа, 1178 год, башня наклонилась. Основание укрепили, а в 1198 году
Незаконченное здание временно открыли. Хотя сама башня наклонена, колокольня построена во второй половине 16 века. 14 века. Наверху башни стоит под углом, на который в тот момент была наклонена башня. В данный момент обе части здания выглядят перекошенными. Это интересно, да? Да, мы знали это? Нет, не знал. Но кто был в Италии, знает. Ну, да. Там же экскурсии проходят. Да. И около башни, и в башне. А у нас Пизанская башня из сыра. Ну что ж, начинаем есть. Жалко, конечно, шедевр есть. Угу. Все останется на видео. Сыр, конечно, не очень вкусный. Да. Да. Какая она красивая снизу, посмотри. Угу. Да. А эти противовесы все портят. Да. Угу. Все, весь мрамор закрыт. Угу, да. Они портят, но тем не менее сохранность вещи. Башня стоит зато, да. Башня, ну она не стоит, немножко наклонена. Угу. С пяти там до трех там с чем-то. И она очень красивая. Угу. Мрамор такой резной, очень красивый. Угу. Винтовая лестница. Угу. Угу. Тоже выложена из мрамора. Никак не подумал, что это колокольня. Угу. Да, вон колокол висит. Угу. Да. Бронзовый. Угу. Позеленевший. Угу.
Больше много не сохранившись. Смотри, сколько. Да. Много. Одна пизанская. Да. Я думаю, только одна пизанская больше нету. Я вон их смотрю. Вообще. Там человек, что ли, под ней? Да. Ничего себе. А если упадет, будет вообще лепешка. Сколько этих наклоненных? Интересно. Да. Ого. Маяк даже наклоненный. Угу. В Мексике еще наклоненный маяк есть. На Украине даже есть. Угу. Может, и было. Ой, вкусненько. Да что там вкусненького? Невкусный сыр. Угу. Конечно. Это уже новодел уже здесь. Угу. На тему Пизанской башни. Да. Угу. Даже здание. Угу. В какой-то степени красиво. Угу. Как будто ветром так вот. В какое это самое... Нормальное положение не может стать. Прямое. В какой дул ветер, в такую сделали наклон. Да. Но ветер может в любую сторону быть. Да. Вон. Ужас. Даже мост, смотри. Угу. Это красиво, конечно, да. Обычно. Угу. А что, мне нравится. Очень красиво, да. Угу. Это как будто какой-то червяк вылез из земли, да? Угу. А что такое? В общем, культура так и... Да. Даже плоская какая-то конструкция. Угу. Ничего себе. С таким еще с изгибом. Это все стоит, интересно. Угу. Ураганного ветра нет. Как только будет ураганный ветер, так? Да, вот это да. И вот так, и вот так. Угу. Во что гораз. Да, конечно. На нас. На нашего кто немножко похоже, да? Да. Лахта-центр. Но тем не менее она наклонена, макушка, видишь? Да.
Немножко влево чуть-чуть. Лахта-центр, да. А что такое зеленое? Ну тогда. Зеленое. Уникальное что? А, зеркальная мечеть. Ого. Красота. Очень красиво. Это в Иране. Очень красиво. А люстра какая-то, смотри. Так это вот то, что вот это вот этот полукруг, это все вовнутрь туда. Типа как арки. Вот это вот арка, а там в глубине вот это вот остальное. Да. Ничего себе, красота. А я думала, это все снаружи. Нет, оказывается, это варка такая. Донесу, не хватает, донесу. Давай. Ну вот, съел почти что Пизанскую башню. Она же стоит там в Италии, поедешь и посмотришь. Да. Покушать не удастся. Да. Италия. Куда ты столько пришел? Кей. И выйти не знаю, что я не даю тебе мне песочек. Песку мало. Как милая. На Неве много песку сахарного. С этими, с камушками. Много там. И на Финском сколько песочка сахарного. Много. Целые горы. Да, песочные. Сахарные. С морскими камушками. Сахарные с морскими камушками. Да. Сахарный песочек. Ну да, сыр. Не очень. Я говорю, что невкусный сыр. Красотища. Да. Это красота, вот это тоже. Да. Это внутри так. Да. Одна другую краше. Да. Одинаковых нет. Да. А в нашем в этом Высоковском соборе одинаковые люстры висят. Да. Это ресторан такой. Да. На острове, да? С ума сойти.
Это осьминог. Из раковины, да, ползает. Что это такой шедевр? Кто знает. Не, ну я и говорю, что очень дорого. Ракушку, наверное, можно взять в подарок. Конечно. Да. Это здорово на клиента вообще. Конечно. Это изменили с 5 до 3, с 5 там с чем-то до 3 с чем-то, но все равно наклон большой. Да, конечно. Да, дождь где-то идет. Да, много там туристов-то у Пизанской башни. Конечно. Да. Он какое небо красивое видел. Да. Вон, да, да. Красота. Просто красота. Эту картинку на видео поставить. Потому что очень красиво. Вкусно. Ничего вкусного нет. Как невкусно? Так. Басенька получилась, но она невкусная. Потому что сам сыр невкусный. А тебе понравился? Не очень, да. Ну вот по сравнению мы ели Ольхова, конечно, лучше. Ольхова, и мы ели еще вот этот. На науке-то масло сыр. Угу. Как называется? Лучше, конечно. Чем этот? На А называется. Ну я понял. Угу. Начало 12 века до сих пор стоит, представляешь? Да. Естественно, каждый год там у тебя. Очень древняя колокольня.
работы какие-то ведутся, естественно, чтобы она вообще не упала. Ну, было же написано, на кроме делали меньше. За счет вот этих подпорок, вот этих вот металлических, наверное. Чай вкусный, с лимоном. А чай вкусный. Свежезаваренный. Ну вот, мукбанг закончился. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все, до новых встреч. До свидания.